Друзья, всем привет! Вы на канале Зарина. Меня зовут Вика, и я тренер по фитнесу. На прошлой неделе мы с вами отлично потренировали ноги и ягодицы. Сегодня я проведу для вас приятную и расслабляющую растяжку. Комплекс, который мы с вами выполним, поможет снять скопившееся в теле напряжение, улучшит подвижность суставов и эластичность мышц. Вы обязательно почувствуете легкость и свободу во всем теле в конце занятия. Для того, чтобы не возникало болевых ощущений в процессе, важно правильно дышать. Дышите глубоко, направляя потоки воздуха в те места, где возникает наибольшее вытяжение. Подготовьте коврик, свое хорошее настроение, и мы начинаем. Начинаем нашу тренировку. Для этого развернитесь лицом к коврику, поставьте ладони под плечевые суставы, колени под тазобедренные. Выровняйте спину, потянитесь макушкой вперед, костями таза назад. И начните вращать грудной клеткой по кругу. Поменяйте направление, потихонечку пробуждаем все тело, суставы. Найдите нейтральное положение. Сделайте вдох и на выдохе оттолкните руками и ногами коврик вниз, потяните спиной наверх, округлите позвоночник. Со вдохом выйдите в прогиб. Направьте грудь вперед, голову и копчик наверх. Снова с выдохом округлите спину, подтяните пупок в себя. Со вдохом направьте грудь вперед, копчик и голову наверх. Снова выдох. Расправьте лопатки в разные стороны, растяните их друг от друга и со вдохом прогнитесь. Двигайтесь мягко, плавно и постарайтесь насладиться движением. Теперь с выдохом мы округляем спину, уводим таз назад, накатываемся круглой спиной обратно и выходим в прогиб. Снова с выдохом округляем спину, смещаемся круглой спиной назад, возвращаемся обратно и выходим в прогиб. Еще раз также выдох, округлили спину, убили таз к пяткам, вернулись и вышли в прогиб. Теперь немножко поменяем. Через прогиб мы уводим таз назад, округляемся и вновь прогибаем грудную клетку. Накатываемся вперед волной, подкручиваем копчик наверх и смещаем таз назад. Вновь находим нейтральное положение. Сделайте полшага ладонями к себе, сместите таз назад и разверните пальцы рук через внешнюю сторону, направьте их к коленям. Опустите лопатки вниз и на выдохе уведите таз к пяткам, почувствовав приятное вытяжение по линии рук. Опускаем плечи вниз и дышим. Дышим глубоко. Вдох и выдох. Возвращаемся обратно, возвращаем ладони. И теперь мы ладони направляем наверх, в потолок. Большие пальцы у нас направлены вовнутрь. И также на выдохе мы уводим таз к пяткам. Дышим глубоко, продолжаем вытягивать линии рук. Возвращаем кисть под плечо. Делаем вдох и правую ладонь направляем
наверх, с выдохом проскальзываем рукой под левую подмышку и плечо опускаем на одну линию с левым коленом. Левой опорной рукой толкаем пол от себя, взгляд направляем в потолок, дышим в лопатки. Левой рукой толкните коврик вниз, помогите себе приподняться и повторите все то же самое с противоположной стороны. Со вдохом левую руку мы приподнимаем как можно выше в потолок, с выдохом ныряем ладонью под правую подмышку и левое плечо ставим на одну линию с правым коленом. Взгляд направляем наверх, дышим в лопатки. Опорной рукой толкаемся наверх. Теперь смещаемся к тазобедренным суставам. Мы приподнимаем правую ногу и начинаем смещать колено из стороны в сторону, перекидывая его через левую голень. Вращаем тазобедренным суставом, и бедренная кость у нас тут мягко вращается внутри правой половинки таза. Поменяем стороны. То же самое выполним с другой стороны. Подбирайте комфортную для себя амплитуду, избегая неприятных ощущений. Возвращаем левую ногу коленом под тазобедренный сустав. И теперь правой стопой мы делаем шаг в сторону. Правое колено поднимаем наверх и смещаем одновременно таз назад. Чувствуем приятное вытяжение внутри бедер. Возвращаемся обратно. Колено, стопа. То же самое с другой ноги. Левая нога делает шаг в сторону. На выдохе колено левой ноги направляем в потолок. Таз уводим назад. Возвращаемся обратно и продолжаем работать в динамике. Выдох, таз назад. Достаточно приятное упражнение для тазобедренных суставов. Выдох. Еще по одному разу. Выдох, таз вводим назад с ровной спиной, двигаемся. Выдох, таз назад. И теперь мы разворачиваемся аккуратно на спину. Обхватив себя за заднее бедро, плавно круглой спинкой опуститесь вниз. Оставьте левую ногу согнутой в колене. Правую ногу обхватите за заднее бедро. Опустите плечи вниз. И теперь на выдохе начните выпрямлять ногу в коленном суставе, чувствуя приятное вытяжение по задней линии ноги. Вдох, мы мягко сгибаем колено. Снова с выдохом выпрямляем правую ногу, и большой палец правой ноги стремится у нас за голову. Вдох, сгибаем. Выдох прямо в заднее бедро, в подколенные связки. Вдох, сгибаем. Со следующим разом мы оставляем ногу вытянутой в колени наверху и удерживаем статику, потоки воздуха направляя в заднюю линию правой ноги. Дышим глубоко и подтягиваем с каждым разом ногу на пол миллиметра, но чуть ближе к себе.
согните правую ногу в колени, накиньте ладони к себе на стопы, сместите правое бедро наружу, раскройте левое колено в пол, сохранив угол в правом колене 90 градусов, начните руками надавливать на стопу. Ощущение вытяжения у нас идет по внутреннему бедру, по заднему бедру, уходит немного в ягодицу. Оставьте правую ногу согнутую в колене, поставьте правую стопу на левое бедро. Захватите себя за левую голень и подтяните ногу как можно ближе, раскрыв правое колено от себя. Продолжаем глубоко дышать. Дышим теперь в правую ягодицу. Хорошо, выпрямите левую ногу вдоль коврика и правую ногу перекиньте через левую прямую. Выполните скрутку, направьте взгляд в противоположную сторону от колена. Расслабляем поясницу, вытягиваем ягодичную мышцу. Затем опустите правую стопу на пол, и все то же самое мы повторим с противоположной стороны. Мы подтягиваем к себе левую ногу, согнутую в колене. Теперь на выдохе мы начинаем мягко разгибать колено, направляя большой палец левой ноги к себе за голову. Со вдохом мягко сгибаем коленный сустав. Снова с выдохом вытягиваем левую ногу, чувствуем вытяжение по задней линии бедра, под коленом, в икроножной мышце. И со следующим разом оставьте ногу вытянутой, мы задержимся в статике. Согните ногу, сместите бедро немножко вбок и теперь руками слегка надавите на левую стопу. Правое колено раскройте в сторону и продолжая опускать левое бедро вниз, дышите как можно глубже. Приятное вытяжение по внутреннему бедру, по заднему бедру. Кого-то в ягодицу может уйти. И теперь левую стопу мы накидываем на правое бедро, подтягиваем правую голень как можно ближе к себе, и левое колено можно левой рукой отталкивать слегка от себя.
Вытягиваем левую ягодицу, внешний бедром. Теперь правую ногу вытягиваем и левое колено перекидываем через правую прямую ногу. Голову разворачиваем в противоположную сторону, расслабляем мышцы спины, ягодичную мышцу. Вернитесь в центр, округлите спину, подтяните подбородок к груди и раскатайте мышцы спины, выполнив перекат вперед и назад. Принесите весь тело наверх и вновь развернитесь на 4 точки опоры. Кисть мы ставим под плечом, колено под тазобедренный сустав. Теперь мы левый бок сокращаем, подтянув левое плечо к левой половинке таза. Мы ушли как бы в боковой наклон. Затем на выдохе округлились и почувствуйте приятное вытяжение с правой стороны по спине. Продышите спину. Вдох и выдох. И затем вновь вернитесь в нейтральное положение. Снова левое плечо подтяните к левой половинке таза. На выдохе округлите спину. Почувствуйте вытяжение по правой стороне. И затем вернитесь в центр. Еще одно такое повторение. Подтягиваем плечо к тазу. Выдох, округляемся. Расслабляем шею и голову. Затем правая нога вытягивается вдоль, и мы накрываем себя правой рукой сверху. Раскрываем ребра с правой стороны, вытягиваем межреберные мышцы. Глубокий вдох, правое легкое. Выдох. Еще раз вдох. Выдох. Возвращаемся обратно, и теперь левой ногой мы делаем шаг вперед. Сместим таз вперед сначала и на выдохе уведем таз назад, стопу натянем на себя и потянемся за правой рукой в диагональ. Здесь можно спинку удерживать ровной, потому что акцент на вытяжении именно мышц спины. Также 2-3 дыхательных цикла. Возвращаем корпус вперед и теперь немножко покачаемся. На выдохе тазом тянемся вниз, на вдохе уводим его назад. Снова на выдохе тазом тянемся к полу, прямо сильными ягодицами продавливаем таз вниз и на вдохе уводим его назад. Стараемся не скруглять спину и двигаться с максимально ровной спиной. 4. 3, 2, 1, останьтесь в выпаде, раскройте грудь, задержитесь здесь ненадолго, чувствуя утяжение от правой половинки таза по переднему правому бедру. Затем подкрутите пальцы ног правой ноги и выпрямите колено. Потянитесь правой пяткой назад. Сделайте вдох и с выдохом левую руку направьте наверх в потолок. Таз оставьте закрытым. Опускаем левую ладонь вниз, опускаем правое колено и вновь мы меняем стороны. Шагаем левым коленом назад. Теперь мы правым плечом тянемся к правой половинке таза, удерживая спину ровной.
подтянули и теперь на выдохе округлили. Почувствовали вытяжение по левой части спины. Возвращаемся в центр, в нейтраль. Снова правую половинку таза тянем к правому плечу. На выдохе округляемся. Дышим. И возвращаемся в нейтраль. Еще раз. Выдох. Разворачиваемся в нейтраль. Левую ногу вытягиваем. И накрываем левой рукой себя сверху. Направляем потоки воздуха в левое легкое. Раскрываем межреберные мышцы. 2-3 глубоких дыхательных цикла. Вдох и выдох. Чувствуем приятное вытяжение. Возвращаемся. Правой ногой мы делаем шаг вперед. Выходим сначала в положение выпада и затем смещаем таз назад. Смещаемся руками, перекидываем руки через правую голень. Вытягиваем левый бок. Спинка здесь круглая. Дыхание по-прежнему глубокое. Дыхание все время помогает расслаблять мышцы. Разворачиваемся в центр к ноге и немножко поработаем в динамике. На выдохе мы толкаем сильными ягодицами таз вниз. На вдохе с ровной спиной уводим таз назад. Снова выдох, таз вниз. Вдох, таз назад. Еще раз выдох, таз вниз. Останьтесь в положении выпада, задержите здесь ненадолго, продышите точки с наибольшим вытяжением. Затем левую руку оставьте на одной линии с правой стопой, подкрутите левую стопу, подтяните колено в себя и со вдохом направьте правую ладонь наверх в потолок. Аккуратно опустите сначала ладонь, затем колено. Сместите таз назад и немножко компенсируйте вытяжение. Затем подкрутите пальцы ног. Сделайте вдох. На выдохе сильными руками и ногами толкните таз наверх. Поочередно подгибайте правое и левое колено. Опустите таз назад, обхватите себя сзади за стопы. И затем круглой спиной начните вырастать наверх. Друзья, на этом наше с вами занятие подошло к концу. Обратите внимание, какое пластичное стало ваше тело, какими подвижными стали суставы. Я надеюсь, вы провели это время с удовольствием и получили огромную пользу. Ну а я на этом с вами прощаюсь. До встречи в следующем ролике.